В Покровском парке Владивостока появилась аллея кленов в честь 60-летия студенческих отрядов Приморья. Глава города Константин Шестаков принял участие в высадке. Он отметил, что новая аллея станет еще одним хорошим символом молодежной столицы. Здорово, что завершается, и, насколько я понимаю, очень успешно 60-й трудовой семестр. Это же еще одна замечательная страница в истории студотрядов Приморского края города Владивосток. Ребята, я вас с этим поздравляю. Здорово, что выбрали Покровский парк. Сейчас мы приобретаем саженцы 5-метровые. Мы постараемся сделать это, я имею в виду эту подсадку, как можно чаще, как можно больше. И можно будет сделать так, чтобы у нас здесь была какая-то аллея, безусловно, цветущая. Участники студенческих отрядов рассказали, что саженцы для высадки были предоставлены Всероссийским институтом растениеводства. Мы будем высаживать несколько видов кленов. Их 45 штук. Это символичная цифра. Именно столько студенческих отрядов отработало в юбилейном 60-м летнем трудовом семестре в 2024 году. Отметим, приморские студенческие отряды сегодня объединяют более 2000 человек. Ребята задействованы в различных отраслях, занимаются строительством, благоустройством, работают вожатыми и по другим направлениям. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.